На земле Ленинского района прошел 7-й традиционный региональный турнир композиторов, бардов и поэтов. В приоритете в творчестве авторов и исполнителей была тема осени и любви. Это неудивительно, на дворе замечательные осенние деньки, а любовь, она на первом месте в сердцах поэтов всегда. Репортаж с фестиваля подготовила наш корреспондент Татьяна Брылова. Фестиваль традиционно прошел в поселке Дубровский в центре Вера. А начался он с поздравления с днем рождения главного идейного вдохновителя турнира, руководителя литературного объединения «Орбита-1» Владислава Фатьянова. Сегодня день, где соединились три семерки. 77 лет и 7-я годовщина фестивалю, который будет проводиться на нашей земле. Мы очень благодарны, что инициатором этого фестиваля стал как раз наш житель, наш очень уважаемый, наш очень знаменитый. Хотелось бы, чтобы это передавалось все и для молодежи, чтобы молодежь у нас тоже была поэтична, чтобы умная, знаменитая, достойная. Маленький, но уютный зал, где проходил турнир, на несколько часов стал местом соединения муз. Авторы дарили публике самое драгоценное, что у них есть – свои стихи и песни. Ирина Комарова говорит: «Песня для меня все». Ее творчество оценили не только в России, но и за рубежом. А главная тема – любовь. Мне тоже говорят: ну что ты, песни у тебя все там о любви. Говорю: ну правильно, а что у нас в жизни значение есть? По-моему, все пишут о любви. Сумасшедшая осень, сумасшедшие дни нас с тобою Еще один участник турнира – Валентин Медведев. На его счету около 600 песен плюс множество стихов. Литературное объединение стало для поэта родным местом. Владислав Иванович сам как аккумулятор вот этого литературного объединения, он как бы вокруг себя собирает талантливых людей. Это одно. Второе – то, что он ежегодно издает как минимум один альманах, а иногда и два. Владимиру Наджарову пришлось сегодня исполнить роль судьи. Он вместе с художником и поэтом Виктором Марковым представляли судейскую комиссию. Но и его стихи, наполненные юмором, а порой и сарказмом, зрители услышали. Хотели, чтобы была святой девой, но не подумать все же не могли, что могут все на свете королевы, когда уже не могут короли. Каждый участник прошел отборочный тур, и сегодня выступают самые лучшие. 4 месяца отбирали лучшие, а что было послабее, мы вообще не включали, потому что это как бы заключительный тур. И здесь очень хорошие есть композиторы. Пистулы приехали уже, делегация. Приезжают из других городов, и Подмосковье, и Москва, разные объединения, и профессионалы. И только начинают еще. Я их тоже пытаюсь поберечь, потому что мы тоже начинали когда-то с нуля. Да? Музыка и стихи звучали не только с импровизированной сцены. Праздник чувствовался везде и продолжался до поздней ночи. Татьяна Брылова, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.